Было решено проехаться по родным местам. Вот видите памятник казачеству. Лошадка осталась. Итак, мы с вами поехали через Северский Донец. Это Белая Калитва. Мощно движемся на какой? На левый берег Северского Донца. Едем по берегу. Прекрасные места, обустроенные дачами. Люди потихонечку строятся, делают сидушки, рыбалят, дачи, все такое. На речке расположены шлюзы. Вот хоть плохо, но там где-то в глубине виден шлюз очередной, который держит воду. Как видите, дикая степь. Раньше так она называлась. Дикая степь. Уникальные места, на которых селились свободные люди и ходили свободные кони. Донская степь. Что тут только не было. Итак, вон они, шлюзы видны. Шлюзы подпирают водичку, и очень хорошо. Апрель, начинает все зеленеть. А мы движемся на хутор Дядин, где Свято-Троицкий храм. Можно остановиться, да? Можно остановиться, да? А да выходи. Мы же выйдем, да? Вот то с навесом. Сакля моя. Вот та, да? Вот. Справа. Слева. С левой стороны фишка с навесом. Ага. Это я там живу. Мне некогда, я снимаю. Как интересно. Слушай, ну нормально я взял, да? Мать, то, что как бы ты в пределе был. И Миша со своим фотоаппаратом тоже. Все при делах. Ветер. Какие скальные выступы, а? Ветер-ветер-ветер-ветрюган. Ветер-ветер, ты могуч. О, какая гора. Много куч. А ну-ка дай-ка я посмотрю. Ты нормально вообще смотришь? Я не знаю. Настрой. Под эту скалу. Налево было. А, нет, все нормально настроено, Лен. Смотри. Вот, ну я вижу. Можешь вот так компьютером. Раз. По бугру. Ну, называется староверческий куб. Там староверы жили. Где, где, где? Вот по балке туда, вот, за розовым фишкой. Туда. Это староверы. А сейчас. Они снесли. Куда? Да? Я тебе скажу, магазин был. Кто магазин, а то дальше клуб. Где клуб? Больше всего построили. Вот он. Это вот тот колодец, который... Ну, налево. Я просто к колодцу. А, к колодцу, да. Неблагодарная рыба. Кормили, она в этом. Ну, знаешь как, сколько волка не кормил все равно. Мне понравилась внучка на котика. Да. Ну охренеть. Не встать, да? Нет.
Так, а раньше, допустим, была там дорога или тропа, на ней колодцы, да. И они ходили. Вот он, вот только... это вот дорога пошла наверх, вот это профиль на Сталинград. Вот это вот был. Вот это вот. Сейчас покажу, как мост через речку. Ё-моё, это Павлю, что тут ехал со да? танками, манками. И вот они пошли на Красновку, на ту, 13-й герой. Согласно большому чертежу первого российского атласа, составленного при царе Фёдоре Иоанновиче 1584-1598 года, обозначен Дядин колодец. Ты представляешь? Фёдор Иоаннович 14-15 век. Известен по имени Фёдор Блаженный, царь всей Руси и великий князь московский, с марта 1584 года последний представитель ветви династии Рюриковичей. Дальше Рюриковича не было. А это Петр Первый, кто там тогда? На Романов. А, на Романов. Рюриковича, все, понял? Ну как вода? Иди, я тебя болью. А глубокая она? Метр 6. А, метр 6, да? Так вот жили. Этот вот тракт, по которому, значит, да. Эти танки, это ж тут столпотворение было. А тут 1300 прошло. Тут все усилено в гильзах. Все в гильзах, да? И тут и итальянские находят, и румынские, все, и патроны, все уже. Это, все. Это ж 1300, если не больше, прошло туда же. Да. На себе поэтому. Вот тракт. А я-то думал, где-то там по железной дороге, окажется, нет. Они вот это вот. Угу. Понял? Ну что вы, да? Надо сказать, подожди, я это беру. Он уехал куда-то? Он уехал. Вот, нет. По нему фашисты шли, Паулюс пёрся. Со своими танками, со всем этим. Те разобрали, чтобы никто не видел. Вторые. Да. Да не со всеми, но так, меня знают все. И собачка какая лежит. Охрана. Скучаю. Вот батюшки на подворье тоже батюшки подарили. Где? Вот эту фишку. Ой, какая фишка была. Прихожане. А где батюшка живет? В Белой Клетве. Ездит сюда? Да. Мы с той стороны станем, вот это да? Что за дом? Это трапезная. Это и котельная. Трапезная что такое? Ну, вот и покушать. Ну, я кушаю у себя. А вот то колодец церковный? Это тот церковный колодец, а он оттуда он вода поступает. Не поступает, он нажимаешь кнопочку. Вот и... так стоит, да? Да, Генка. Нифига себе. Какие леса?
серьезная. Да, охренеть просто. Лесо целый дом, да? Да. Значит, его закрыли во время войны, отстрелили вот эту апсиду, и был пробит купол. Все остальное сохранено. И стоял такой разрушенный. Ну, тут зерно хранили. А, зерно хранили. Как это не поставил? Вот действительно, если правильные пропорции, все как-то совсем по-другому смотрится, ощущается. Как сможем. Метр 20 размер, высота. Фриза на 3 метра. Да ты что? Нет, там фриза. 50 сантиметров, а вот все остальное сохранено. Стоял вот такой разрушенный. Ну, тут зерно хранили. А, зерно хранили. Что-что-что? Псевдо-византийский стиль. 5 квадратов вот таких. Ну, в России осталось. Поэтому он является архитектурным наследием. То есть, наверное, зарезка. Как раз я теперь смотрю, что делаю. Нет, вот сюда. Наклоняю. Батюшка. Надо было поставить, а тогда нельзя, чтобы. А так вроде как они вот рядом, я не знаю, ну такой же, как ты, только чуть крупнее, да? Но никак не 5 лет. Весь он уже такой был. Ну, потом сейчас я уже это забыла. Думали, все думали, как его там. Вот арматура там что-то варила, что-то там делала. Ну, короче, заделали. Укрепили как-то. Укрепили все, да. Мы все время сидели в таком пиоте. А твои есть тут такое? Будем надеяться, будем писать. Thank you.
Забирали деньги там, или деньгами, или зерном, кто что купил. Просто человек записывал. Он был грамотным, записывал там. Иван Иванович взял отрез на платье там, или тюк ткани взял, или машинку швейную. Вот. Для того, чтобы поднять делок. Вот так вот государство переживало за своих граждан. А за мед у него не брали никаких этих. То, что он торговал медом, ничего не брали. Получилось 8 девок. Что делать с этими дурами? Все к нему пришли. Девочки приходят к отцам. Одна готовит, другая стирает, третья полынь. Да они же их, наверное, в 16 лет побыстрее сбаривали. А вот бабку, бабу Надю эту, забрал же Муравлевский. Герасимов. Она Герасимова, а он Севастьянов забрал. А вот Калитвинчик речка. Вот это я уже помню, эти места. Вот там, туда метров 100 вверх по течению. Блядь, ты, что это такое? С этим, с рыбу, с сачком ловит. Да, с сачком ловит. Да ты че? Столько рыбы, что ли? Да. Она, скорее всего, идет на нерест, да? Ну да. Ну, по большому счету, да. Да, здесь самолет погиб. Да, да.